Накануне поздним вечером, ближе к полуночи, на южной окраине Екатеринбурга, в Рижском переулке на РТИ, возле пятиэтажки с номером 4, поздние прохожие обратили внимание на Mitsubishi Lancer, а заглянув в салон иномарки, они обнаружили два мертвых мужских тела. Рядом лежала пластиковая бутылка, исследовав которую, вызванные на место происшествия оперативники предположили, что мужики перед смертью дурь курили. Предположение отнюдь не безосновательное. С учетом того, что один из обнаруженных в Лансере мертвецов, гражданин Назаров, 32 лет от роду, из Каменска-Уральского, как уточнил в комментариях СМИ руководитель пресс-службы ГУМВД Валерий Горелых, был прежде судим по 228 статье за наркотики. За рулем Mitsubishi, по информации руководителя пресс-службы полицейского главка, находился некто Поздеев, гражданин 1985 года рождения, он тоже из Каменска-Уральского. Каким ветром этих мужиков занесло в Екатеринбург, пока неизвестно. С причиной их смерти пока тоже не все ясно. При визуальном осмотре тел оперативники не обнаружили на них видимых следов насильственной смерти. Единственная весомая зацепка для следствия – та самая, как уточнил в комментариях Валерий Горелых, пластиковая емкость, с помощью которой, как предположили оперативники, погибшие могли употреблять наркотики. Это цитата из сообщения пресс-службы ГУМВД. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая, естественно, прольет свет на смерть в Лансере. Пока она выглядит весьма загадочной.